как спаришь. Ну, чего там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. Первый год в зоне вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Тише, тише. Узнаешь мотив? Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, мсье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Да пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер. Play it day one with Xbox Game Pass.